За 10 лет творческой деятельности Юрий Мистрюков участвовал в таком количестве фестивалей ледовых скульптур, что и не сосчитать. В этот раз он и подготовиться толком не успел, так как удмуртский лед был организован спонтанно и в рекордно короткие сроки. Однако от возможности принять в нем участие Юрий отказываться не стал. Так что скульптор выбрал уже готовый эскиз, который был подготовлен для другого фестиваля, и вместе со своим напарником Кириллом Баталовым из Невьянска воздвиг 4-метровую скульптурную композицию изо льда под названием «Любовь». Изображено двое людей, мужчина и женщина, они притянуты друг к другу, как бы на взлете, связаны невидимой нитью, и рядышком находится ангел, который эту нить натягивает, помогает им быть рядом. Для Юрия подобные фестивали – это прекрасная возможность реализовать свои творческие задумки в тех масштабах, на которые они и рассчитаны. И это одна из причин, почему скульптор любит работать со льдом. У него есть свои большие плюсы. Большие монументальные скульптуры очень быстро делаются. Чтобы сделать то же самое с другого материала, нужно гораздо больше времени и других ресурсов. Ну и лед еще имеет прозрачность, и когда взаимодействует со светом, получается волшебство. Скульптурная композиция изо льда под названием «Любовь» украсила набережную в Ижевске вместе с другими ледяными изваяниями. Фестиваль «Удмуртский лед» прошел впервые. В нем приняли участие профессиональные скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и других городов России, а также ближнего зарубежья. Для создания ледовых композиций было использовано около 200 тонн льда. А вот конкурсной составляющей фестиваль лишен. Здесь каждого, чьи эскизы были отобраны, можно считать победителем. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».